Приветствую вас! В эфире прогноз погоды. Что приготовила для нас суббота, 14 день января, вы узнаете в течение следующих нескольких минут. И об этом с удовольствием расскажу вам я, Николай Диденко. Что ж, 14 января запомнится нам как пасмурный, но сравнительно теплый день. Местами все же возможны прояснения, но они будут кратковременными. В большей части страны столбики термометров в дневные часы не опустятся ниже нулевой отметки. А сейчас вы узнаете о синоптической ситуации в регионах более детально. В центральной Украине суточные температурные показатели составят минус 9, плюс 3 градуса. В этот день в регионе будет преобладать переменная облачность. В полуденные и вечерние часы предполагается дождь и мокрый снег. На юге страны термометры в течение суток покажут от минус 2 до плюс 7 градусов. Весь день на южном небосводе будет наблюдаться облачность с кратковременными прояснениями. В Одессе после заката возможен дождь. В ночь с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год – исторический феномен и дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Таким образом, каждый может позволить себе еще раз отпраздновать самый любимый день в году. А мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 2 градусов мороза до 0. Небосвод в регионе еще ночью покроется густыми облаками, которые не покинут его до конца дня. Также здесь прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха минус 8 градусов, а максимальная дневная достигнет отметки плюс 2. С рассветом облака плотно закроют небо над северным регионом, что местами приведет к мокрому снегу. В Житомире утром предвещается метель. На востоке солнце гораздо чаще будет показываться из-за облаков, однако это не исключает мокрого снега. В течение суток термометры в регионе покажут от 10 градусов мороза до 4 градусов тепла. Согласно народным приметам, в этот день в доме полагалось обязательно иметь денежный запас. При этом в долг не давали, чтобы не отдать свой достаток. А теперь подробнее о погоде в восточных регионах. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть 7-8 градусов мороза, а днем 1-2 градуса тепла. При этом день в области обещает быть достаточно солнечным, хотя время от времени ожидаются легкие облака, без осадков. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 0-7 градусов, а в полуденные часы 0-4. Здесь облачность будет более густой, но осадков это за собой не повлечет. В Днепропетровской области после полуночи ожидается 4-5 градусов со знаком минус, а в дневное время от 0 до плюс 3. С ночи и до позднего вечера в области будет преобладать переменная облачность. Осадков не предвещается. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха минус 5, плюс 2 градуса день в Киеве прогнозируется пасмурным. Утром в городе возможен дождь, который в обеденные часы сменится мокрым снегом. Вот такой обещает быть суббота, 14 января. Пусть все, что вы загадаете под бой часов, обязательно сбудется. До встречи в нашей студии!